Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на моей кухне в гостях у непростой домохозяйки. Завтрак – это, безусловно, главный прием пищи. Ну а что лучше всего есть на завтрак? Конечно же, яйца! В одном из предыдущих видео я уже рассказывала вам о том, как приготовить яйца пашот. В сегодняшнем ролике речь пойдет о яичнице. Не простой яичнице, а идеальной яичнице-глазунье с абсолютно жидкими желтками и полностью прожаренным белком. Для ее приготовления нам понадобятся яйца, растительное масло, ну и, конечно же, сковорода. Приступим! Разогреваем сковороду, наливаем немного растительного масла, аккуратно разбиваем яйцо и, отделяя белок от желтка, вливаем белок на сковороду, сверху опускаем желток. Таким же образом поступаем и со вторым яйцом. Солим и приправляем по вкусу. Огонь на плите уменьшаем до среднего и жарим до готовности. Ну вот и все, наша яичница готова. Перекладываем ее осторожно на тарелку. Добавляем свежих овощей, ломтик цельнозернового хлеба, веточку зелени и приятного всем аппетита! А как вы любите есть яйца? Обязательно напишите мне об этом внизу в комментариях. Ну и, конечно же, не забывайте ставить класс, если вам понравилось это видео, и оформлять подписку на мой канал. Вместе нас ждет еще очень много интересного. Пока!